Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Ярославлю. Мы вышли вечером погулять, уже отдохнули в гостинице. У нас гостиница в самом центре здесь, слава богу, не надо далеко доехать. И вот опять вышли на Советскую площадь, буквально 10 минут ходьбы. Сейчас пойдем на набережную, в Губернаторский сад и потом на Стрелку. Пойдемте. Пойдемте посмотрим, что интересного будет вечером. Мы хотим заснять закат. Здесь вот макет золотого кольца, шоу-макет. Ну, это типа нашего, как это называется, макет Москвы на ВДНХ и царь макета. Ну, вот так вот. Но, вы знаете, мы сначала подумали пойти, но потом я пошла, узнала цену. 890, да, я сказала? 890 рублей. Я думаю, что мы переживем этот момент. Поближе принеси, может, не будет отсвечивать. Да, люди стоят. Это крестный ход. Это... Ну, видишь, Ростов Великий. Ну, Ростов Великий, ну, крестный ход. В смысле, там священники стоят. Вот это Владимир, однозначно, Успенский собор. Суздаль. Суздаль, да? Да. Это музей деревянного зодчества. Да, вон там Снегурочка, смотри, стоит. Угу. Не, ну, конечно, это классно, классно. Какая-то улица, можно посмотреть. Так что, если будете в Ярославле, можете зайти. Называется, как называется? Шоу-макет. Рядом с Губернаторским садом за церковью Ильи Пророка. Короче, в центре. Я не знаю, насколько он там большой. Как, например, царь-макет большой. Но вот музей, то есть этот макет Москвы, он не очень большой, как я считаю. Но он бесплатный. А здесь вот 890 рублей. Ну, все золотое кольцо. Ну, сколько там городов-то? Ну, 7-9, по-моему. Я не готова к этому. Вот к этому я точно не готова. Ой, ну вот мы вышли на набережную. Такие дома, вот добротные дома. Знаете, такое вот, видно, вот жили дворяне, или я не знаю, вот такая вот прям интеллигенция. Такая красивая отделка, львы. Вообще дома тут, конечно, вот прям... Какие-то дома сохранились хорошо, какие-то сейчас вот на реставрации. Ну, здесь, конечно, я про каждый дом вам не буду рассказывать. Аня пошла. Мы сейчас идем в губернский сад. И там дом, губернский дом или дом губернатора. Сейчас мы... А вот там уже, видите, набережная. Мы сейчас по ней пойдем. Пойдем. И вот гуляем по набережной, по вечерней уже. Вот так мы на один день практически приехали, а на завтра в час дня поезд. Ну, завтра еще, может, мы куда-нибудь успеем пойти. А вот там, смотрите, на том берегу тоже храмы. И вон тоже. Так, здесь что, музей открыт. А музей чего? Русский музей Прославль. Вот. А, вот это усадьба губернатора. Усадьба губернатора. И губернский сад. Пошли быстрее. Тут у них что-то все закрывается. Сейчас нас там закроют. Тут у них что-то все закрывается очень рано. Парк был заложен в начале 19 века, одновременно с постройкой губернаторского дома. Сочетает в себе элементы регулярной пейзажной планировки. Губернаторский парк, жемчужина садово-паркового искусства Ярославля, прекрасное место для прогулок среди 200-летних дубов и редких растений. Экспозиция скульптура в пленэре, диалог двух культур, гармонично соединение с традицией русского паркостроения 19 века, авторское современное пластическое искусство. Скульптура в пленэре. Время работы до 21. Ну вот, дом губернатора. И пойдемте сейчас в парк, а то они его сейчас закроют. Так, ну, вход в парк 150 рублей. Вот такие скульптуры.
Так, это что такое? Соломина Оксана Алексеевна. Дядя Гена называется. Вот. Это дядя Гена. А вот губернаторский как раз дом. Дом губернатора. Здесь, по-моему, Дон Кихот. Ой, львы, 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 львы. Львы. Смотрите, какая прелесть. Ой. Львы. Какой прекрасный парк. Главное, никого нет. Неизвестный автор. Лев с двумя львятами. Ой. Смотрите, прямо как в Питере. Красота вообще. Красота красотущая. О, какая лестница. И дом губернатора. Красота. Вот Дон Кихот. Да? У нас такой же есть в этом. В музеоне. Саженец дуба Петра Первого. Дерево памятника живой природы из Летнего сада. Петербург. Где он? Саженец дуба Петра Первого. Дерево памятника живой природы из Летнего сада. А, вот он. Вот он. Понятно. Так, это вот Дон Кихот. Дон Кихот. Красота. Так, Силис, Николай Андреевич, Дон Кихот, 87-й год. Ой, это что такое? Какая-то полоса. Это называется Дашевский, река времени. Дашевский Иосиф Юрьевич. Дашевский. Река времени. Ну да. О, какой сад. Губернаторский фонтан. Какова красота. Ну, эта резиденция ярославских губернаторов была заложена в 1820-е годы по указу императора Александра I под руководством ярославского генерал-губернатора Безобразова. Губернаторский сад практически соответствует своей первоначальной планировке, сочетающей в себе принцип регулярного и пейзажного паркостроения. Классический партер с фонтаном перед зданием, к которому подходит широкая центральная аллея, исполнен во французском стиле с геометрически правильной планировкой. Южные и северные части парка выполнены в английском стиле, который предполагает свободное и естественное расположение элементов ландшафта. Здесь открыта экспозиция «Скульптура в пленэре». Это музей под открытым небом, где можно увидеть произведения российских и зарубежных скульпторов. Митенас, Йозас. Йокубонис. Первые ласточки. 60-й год. Ну, такой не очень большой. Типа нашего музеона. Тут у нас музеон бесплатный, а здесь платный. Сейчас.
Сейчас посмотрим, что здесь за скульптура. О. Так, здесь у нас что? Здесь у нас какая-то композиция. Называется эта композиция. Называется она «Спивак. Двое. 2011 год». Ну, красота. Угу. Классно. А вот там тоже что-то есть. Там, а вот это что такое? Это что? Называется «Хризантема Кикудзида». Вот это. Ну да. Наверное. Мы тут с Аней встретились на узкой дорожке. Здравствуйте, возле такого памятника встретились. Называется он «Грустный король». Дронов Михаил Викторович, 1995 год, известняк, высекание. Молодой, а уже грустный. А почему молодой? 95 год. А, сделан 95-й или рождение? Ты хризантему вон посмотри. Не проходи мимо, хризантема. Вот здесь вот не... А, есть табличка. Что это? Вот такое вот. Женщина с ребенком, что ли. Называется это «У моря». 74-й год. Так, а это... Называется у нас что-то с лошадиной головой. Ой. Антик эхо. Эхо. Не, вот такое я вот не люблю. Вот такое я не люблю. Надо думать, придумывать, что это, как это. Такое я не люблю. Так, а это что такое здесь? Здесь у нас... Так, сейчас мы Додонова Галина, 94-й год. А, ну вот правильно, вон указан год рождения. Я же говорю, там указан год рождения и год, как бы, когда памятник сделали. Ну, скульптуру сделали, наваяли. Сейчас мы до нее дойдем. Так, а это у нас, купальщица. Так, а это утро. А здесь... А, тоже табличка есть. И ветки. Здесь такие деревья просто потрясающие. Здесь выйти нельзя. Птички так поют. Соловьи нам насвистывают. Так. Вот. Так. Это два брата. Называется. Здесь вот могли бы, конечно, сделать выход второй, но не сделали. А жаль, потому что нам было бы удобно здесь выйти. Вот скамеечка. Вот. Может, он и был здесь. В общем, это такой сад скульптур. Сон Каленкова. Это Филипп Рорках на закате. Красота такая.
Тихий ангел. Хорошенький, да? Тихий ангел. Так. Там туалет. Туалет. Какая-то тут еще скульптурная композиция. Возле туалета. Без подписи. А здесь какая красота. Прям летний сад. Смотрите, какая прелесть. Мать с ребенком, да? Очень классная. Мать и дитя. Неизвестный автор. Жаль. Неизвестный, хороший автор. Ой, смотрите, какой бегемотик. А здесь еще черепашка, что ли? Какой классный сад. Мне очень понравилось. Сколько там вход? 150 рублей? Да вообще не проблема. Такие нарциссы. Я думала, они уже прошли. А они вон такие сочные, яркие. Вообще прелесть. А это что? Тут в углу. Ой, это называется «Нож, о которой я являюсь, номер 3». Уильям Фрэнк. 94-й год. Ну, тут что-то намудрили. Черепаха, бегемот и пеликан. Но я не могу пройти мимо этих цветов. Просто не могу. Красота. Просто тюльпаны здесь потрясающие. Знаете, не передает телефон, во-первых, цвет, и не передает прелесть. Всю. Там еще скульптуры. Так, а что здесь? Кто автор? Церетели? Да, Церетели. Черепаха, бегемот, пеликан. Вторая половина 20 века. То есть точную дату не знают. Точный год он не может. Не помнит. Там какая-то композиция. Смотрите. Отсюда даже лучше видно, да? Вообще класс. Сейчас подойдем. Сначала. Или мы туда не подойдем, я не знаю. Сейчас посмотрим, что это такое, как это называется. Трубачи. Так, здесь что? Здесь тоже что-то есть. Сейчас потом вернемся. Это просто камень. А, нет, есть табличка. Два зверя. Ну да, тут надо как-то понять еще. О, смотрите, уже подсвечивается все. Дворец подсвечиваться начал. До 9 работает. До 9. Мы просто вот уже практически бегом успели. Так. Ветрова, Лев. Вторая половина 20 века.
А, туда нельзя подойти. Туда нельзя подойти к этим трубачам. Только отсюда. На фоне этой стены так классно смотрится. Ой, рыба какая-то. Что это такое? Или птичка, или рыбка. Это у нас ворона. Ворона. Угу. Вот. Какая красота. Тут еще такая вот штука стоит металлическая. Здесь самолеты разлетались вот эти. Пойдем на выход. Да, неплохо так, губернатор. Неплохо. Ну вот на этом мы с вами и закончим нашу сегодняшнюю прогулку по губернаторскому саду. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Мы с вами гуляем в Ярославле, которое видео уже. И мне очень нравится. Мне очень нравится этот город, мне нравится эта поездка, мне нравится ездить с Аней, мне нравится здесь все. Всем спасибо за внимание. До свидания, до встречи, всем пока-пока.